Домашний текстиль, одежда для отдыха и сна, садовый инвентарь – все это и многое другое в большом разнообразии представлено на выставке «Товары для всех». В Одинцово съехались лучшие производители России. Обязательное условие участия – меры безопасности. Кстати, в самом выставочном центре за этим следят строго. Маска и перчатки теперь – неотъемлемый атрибут. Текстиль для дома, одежда, модели от дизайнеров, широкая аксессуарная линия, обувь. И это лишь малая часть того, с чем вы познакомитесь, посетив выставку. Отечественные производители умеют удивлять. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».